И снова здравствуйте, дорогие друзья, любители компьютерных игр. Продолжаем проходить Far Cry под номером 2. У нас снова кончилось лекарство, насколько я понял, поэтому нужно где-то его раздобыть. И мы находимся сейчас примерно вот здесь вот. По заданию от сопротивления, или как их называют? Я боялся, что ты можешь вернуться. У меня ничего нет, увы. Правда, есть один знакомый у горы Табамалеца. В мире на северо-восток от Пал. По карте найдет. Нифига себе. А чё я сюда ехал тогда? Сэр, слухи о вас расползаются быстро. Мой друг уже наверняка слышал. Люди очень хотят выбраться из страны. Передайте ему документ, и он даст вам лекарство. Тогда ладно, люди. Все будет нормально. Осторожнее, здесь очень опасно. А, здесь опасно? Слушай, а что у тебя, бабло есть? Кассовый аппарат вроде есть. Бабла не очень. Так, а куда он нас посылает? К чертям собачьим посылает. Ну, мы доберемся туда на автобусе. Кстати, появилось еще задание в баре Майка. Это круто. Так, на дворе раннее утро. Заехал по дороге в убежище. И, кстати, теперь нашим напарником стала вон та девушка. Я забыл, как ее зовут. В общем, темнокожая такая. Бронзовокожая такая девица. Так, этот блокпост мы, наверное, объедем. Ибо нам лишние проблемы не нужны. Так, а вот и автостанция. Ну, в смысле, автобусная станция. Нам надо куда-то на северо-восток, да? Так, северо-восток у нас здесь. Погнали. Так, можно проехать, кстати, не через блокпост, а как-то по другому пути. Для этого нам стоит развернуться. Давай, давай, машинка. Ты сможешь. Хоть ты не джип и не баги. Но колеса у тебя есть. Короче, у меня создается впечатление... Вот, блядь. Да, блин, возьми ты. Давай, 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 давай. Да какого хера? Нас должны спасти. Вот она. Красоточка. Митрахали, не трахали. Какого хера? Я специально объезжал блокпост. О, фига она крутая, смотри. Да добивать кто его будет? У нас всего несколько. У нее десерт игл, слушай. Проверь боеприпасы. А дала мне какое-то говно. Проверь свои раны. У тебя получилось. Все, перекусить решил. Да, я пулей перекусил. Как же вы туго дохнете, да? Где я вообще? А, помню этот пост, точно, точно. Он обозначен не как блокпост на карте, но все-таки жесткая такая локация.
множество бандюганов. Она мне дала кольт. 1911. Вон там, смотри, ходит. Ну, вроде раз попал, да? Кольт закончил начатое дело. Там еще один мудак. Да, так я хрен попаду, конечно. Да, у нас в руках, кстати, золотой калаш. По-моему, он не ломается. Но я могу ошибаться. Зебра, это не твоя война. Блять, как же с калаша трудно попасть, а? Ох ты, сука, ты живой еще. Да кто херачит? Ты сука, а? Кто там ранен? Ты? Хера у него пулемет, смотри. Писец, все заклинило. Нахер мне такой пулемет. Отдайте мне мой. Где? Вот он. Дай сюда, козел. Так, это наша дама там поливает, да, всех? Беспорядочным огнем. Это она, нет? Как же без винтовки скучно. И грустно. Так, а, нам туда. Давайте за аптекой сходим, раз уж мы тут расчехвостили всех. Почему бы нет? Патроны. Аптечка у нас. Гранаты не нужны. Да, где-то здесь прям должна быть. Вон она. Отлично. Так, а нам, собственно, туда-назад надо возвращаться. Все, не могу дождаться того момента, когда мы откроем новую снайперскую винтовку. Которая, как говорят, покруче будет, чем снайперская винтовка Драгунова. Будем надеяться. Ну, этот парень прям с пулеметом. Вот хорошо, что я не дал ему шанса выстрелить в меня. Иначе он бы меня порешетил. Хотя она такая, знаете, не она, он. Пулемет в таком был состоянии, что его заклинило. Блядь, что ты творишь? Раньше вас здесь не было, пацаны. Подожди, а где третий? Тут и четвертый. Твою мать! Зацепил меня, козел! Какой козел? Нет тут никаких козлов. Ты что, гонишь?
Так, а вот место назначения, собственно. Заходите, заходите. Хорошо вы разобрались с этими животными. Не буду тратить ваше время. Вижу, у вас есть документы. Семья в задней комнате с радостью обменяет их на лекарства. Это о тебе все говорят. Ты пришел за таблетками, они у меня есть. Ты принес бумаги для моей семьи? Да принес я все. Почему ты разговариваешь разными голосами? А, это ты говоришь? Помни, Бог смотрит на тебя. Да? Спасибо за лекарство. Надеюсь, не паленый. Сейчас посмотрим. До новых встреч. Что-то не вижу я вашего бога. По-моему, бог покинул Африку. Так, до новых встреч, значит, да? Угу. Давайте прокатимся тогда в бар Майка. Здесь есть машинка. Что там, кстати, загружено? А, какие-то бочки. Да, ёп твою. Знаешь, мне твоя тачка нравится больше. Спасибо, что подъехал. Давай обратно. Надеюсь, не заспаунились там бандюки. Поедем на автобусе, так как автобус у нас универсальное транспортное средство в этой игре. Почти в любую точку карта может доставить. Ну, как любую, в любую часть карты. Поэтому использовать его очень хорошая идея. Нам надо в центр. Сюда. Машинка на месте. Интересно, у кого-то может быть для меня задание? Вроде мы все задания как бы выполнили от наших приятелей. Но не факт. Что характерно, мы никогда не видели самого Майка, да, который, в общем-то, владелец этого бара. Давно не виделись? Да, совсем недавно виделись, что ты? Рада тебя видеть. Так, эй, неужели у тебя, Йосип? Эй, дружище, как насчет одолжения? Давай, с удовольствием. Есть, в общем, тип. Машину мне продал. Так. В соседней стране. Давно еще. Машина дерьмо полное. Не едет вообще никак. А значит, он тоже дерьмо. Ну, логично. Знаешь что? Мелкий хорек явился сюда. Прячется от другого злого парня. Он укрылся в трущобах. Не убьешь его для меня? Блин, ради тебя все что угодно. Любого убью. Еще никто не впаривал туфту Йосипу Индромена. Я опасный клиент. Угу, спасибо. А вот эта вот девушка, которая нас спасла, кстати сказать, я за кадром с ней встретился, она была в одном из наших жилищ, и она называла Йосипа Индромена гадким мафиозником. То есть, дед такой непростой, да, прямо скажем. Так, это берем. Так, надо ли мне калаш ложить обратно? Подожди, не сюда. Надо. Эй, я... Чё? А, не, правильно. Или он все равно золотой ложит?
ложит тире кладет. Здесь золотой. Бля, чуть не пойму. Да что ты взял, идиот? Возьми калашников, пожалуйста. Вот так. Вот. Теперь порядок вроде бы. Не знаю, какие-то, блядь, наперстки поиграл. Надо, короче, грохнуть какого-то мудака, который нашего Йосипа обидел. Я думаю, мы сделаем это с удовольствием. Где он у нас находится? Не так, чтобы далеко. Я думаю, может быть, даже пешком можно добраться туда легче. Хотя не факт. Как туда добраться-то? Через Лумбер. Или лучше по воде. Смотри, по воде вот так пойдем. А, сейчас мы выберемся с этой локации. Да, опасный чел, да, Йосип? Машину купил, ему какую-то гнилую продали корыто. Гнилую корыто. И он решил отомстить. Мстительный сукин сын. Так, а здесь у нас блокпост. Твою мать. Ладно, проплываем быстренько. Здесь, пожалуй, где-нибудь надо нам выскочить, потому что впереди еще один блокпост, и он очень жесткий. Чего вам надо, волки? Где-то как будто бы близко. Сука, больно. Снайпер, что ли? Свидетелей не берем. Свидетелей, говорю, не берем. Блять, свидетели, говорю. Не берем свидетели, говорю. Ах, он аж на той стороне, да? Ну ладно, на той так на той. Там у нас очередной блокпост, на который я соваться не хочу. Этот парень пускай едет по своим делам. Нам куда-то меж скал надо завернуть сейчас. Да, через дорогу и он туда. Какие-то торговые палатки, типа, да? Ничего интересного. Ой, да ладно, не говори, что ты за мной погнался. Нет, вроде не говорит. Ух, джунгли зовут.
Обожаю, когда в такие места заходит наш главный герой. Прямо вот между какими-то скалами, ущелье вот в таком. Такая прям густая растительность. Ну, по меркам, конечно, второго Far Cry. В третьем она была куда гуще. Но все-таки круто. Так, впереди у нас хижина. А, она аж там наверху. Но я не буду туда лазить из-за того, что чтобы аптечку взять. Так, а это Макуба. Макуба, сука, опасная. И надо убить всего лишь одного человека. А по карте он не так уж, слушай, далеко. Нам стоит прокрасться вот к этому одинокому зданию, находящемуся на отшибе Макубы. Наверняка он тусуется именно там. Да. Надо попробовать. Кусты меня все равно выдают. Вон он, смотри. Да, сука! Воу! Хера, я не могу выбраться. Блять, тихо не получилось. Ну, как всегда. Отвык я от того стелса, который был в те года. То есть тут стелс прямо жесткий. Почему-то мне, у меня не получилось выстрелить ему в голову. Вопрос был бы решен за один выстрел. Они тоже мне след кидают гранаты, смотри. Вот, современный стелс намного проще, конечно. Там враги слепые. Можно подойти его и дернуть за яички перед тем, как убить. И он даже и не заметит. Так, есть тачка, отлично. Нам надо возвращаться, насколько я понимаю, в бар к Майку. Воспользуюсь для этого, опять же, автобусом. А, нет, каким автобусом? Мы же не автобусом пользовались. Опять по реке. Для этого надо где-то лодку добыть. Интересно, по-моему, вот здесь, где прямо по курсу изображен алмаз, была лодка. Сейчас этого дебила пристрелим. Потому что ему спокойно не живется. Ехал бы домой к жене. Бля, еще кому-то спокойно не живется, слушай. Где, блядь, кто? Ладно, хрен с ними. Смотри, они меня преследуют. Где ты, блядь? Какого? Какого хера ты здесь делаешь вообще, идиот? Ранен он, блядь, не понимаешь ли? Сидел бы дома, был бы цел.
Так, а лодочки-то нету. Вероятно, надо двигать ближе к блокпосту. Там что такое? Какой-то лагерь, что ли? А, ну это наш лагерь. Так, ладно. Давай доберемся до блокпоста. Вероятно, там опять они заспаунились, что не очень хорошо. Спаунились бы они, допустим, там раз в полчаса, да? А не только тогда, когда я покину, допустим, зону действий. И карта каким-то образом обновляется. О, видишь, они уже там тусуют. Снайпер. В первую очередь улетает снайпер. Вроде достал, да, его? Так, лодка где у вас тут? Или у них нет лодки? Зато олень есть у них. Так, ну пойду поближе. Заслышав выстрелы из снайперской винтовки, они все время прячутся. Поэтому... Ого, смотри, спрятался. Поэтому стоит менять позицию. Это ты так умер? И путь показывает, как Ленин. Вам типа туда. Так, еще один был парень. В белой рубашке. Или он умер? Ну ладно, умер так умер. А, туда, да, нам, значит? Туда? Подожди. От обманщика. От обманщик. Нам же в палу надо. Даже вот после смерти он нас обманывает. Мудак эдакий. А, подожди, я хотел же этот... Посмотреть у них лодочку. Блин, лодочки нету. Это есть печальность. Посмотрим, как мы по суше сможем доехать до Палы, ну и, собственно, до бара Майка. Так, впереди блокпост. Ну этот блокпост не очень такой мощный. Там трое человек, по-моему, должно быть вот на этом блокпосту. Где-нибудь здесь мы. Вот здесь вот мы остановимся. Вот и все. Трое человек, не больше, по-моему. По воде, конечно, было бы быстрее, но лодки я что-то так и не нашел. Ну, хотя можно было поискать ту лодку, на которой мы приплыли. Но это могло обернуться в долгую историю. А я еще хочу добраться до основного задания. Ну, то есть, не только это задание от Йосипа выполнить.
Ну, от выполнения задания я ничего такого особенного не жду. Ну, типа, если там выразит мне благодарность, пожмет руку, я заработаю репутацию. И, собственно, наверное, все. Денег в качестве, в виде алмазов, вернее, мне не дадут. Но само то... Сам тот факт, что выполним задание, будет греть нам душу. Ты вернулся? Ну да. И что же это за сучий сын? Да какой-то... Там поганый автоторговец. Какой-то сукин сын, окей. Короче. И никто не останется в обиде. Ну да, учитывая того, что, то, что ты мне ничего не дашь за это. Все? Репутация улучшена. Торгаши, худшие люди на земле. Рада тебя видеть. Есть такое дело. Давно не виделись. Ну да. А, да, я забыл. Пока мы отсюда не выйдем, не отъедем на почтенное расстояние, никакой квест не обновится. Но двигаем в сторону Палы. Если квест в баре Майка еще есть, то где-то вот в этом месте он должен активироваться. Ну, вроде тишина. Вроде бы тишина. Кстати, вспомнил, как зовут эту темнокожую, бронзовокожую красотку. Ее зовут Флора. Так, а здание опять у СНС, да? Я их путаю, кстати, как. То ли это ОФУ, то ли СНС. Смотри, они тоже карту смотрят, да? О, прикольно, слушай. О, осторожней, ладно? А, ладно. Дай-ка взглянуть на тебя, брат. Таков приказ. Отдай мне оружие. Вообще легко. Брат мой, оказывается, этот черножопый. То есть не черножопый, темнокожий. Хочет его убивать. Ого, уже идут слухи, слушай. Здоров, мужики. СНС теперь в дерьме благодаря тебе и благодаря мне. А, это все-таки ОФОТ. И что, дальше рожать будешь тему? Я о тебе много слышал. Злые вещи. Хочешь поработать? Пошлешь того парня? Он подходит. Мы планируем нападение на автопарк ОФОТ, а то что-то чертовски много их тачек на дорогах. Одолеть легче, когда он пешком. Автопарк находится за свалкой на западе от города. Тамошняя вонь получше любого компаса. Мы, то есть Проспер и я, хотим, чтобы ты нашел автопарк и разгромил его. Как? Да как хочешь. Как хочешь, так и громи. Мне все равно. Главное, уничтожь компрессоры. Компрессоры. Слушай, платят за то, чтобы все взрывать. Такая работа не может не нравиться. Вообще согласен. Давай вот свою секретную папочку. Теперь отправляйся к свалке и уничтожь компрессоры. Так, свалка — это то, что я думаю, да? Эй, последнее напутствие. Даже ребята из СНС будут стрелять по тебе, если заметят. Так что берегись. Вот это, конечно, лихо придумали они, то, что в меня будут стрелять как ОФОТ, так и СНС. Причем я работаю и на тех, и на других. Здорово, брат. Твой. А? Оружие отдай. С бастиона? Рехнулся. На грёдер Павла. Эти парни нас любят. Хреновый уже два года, и я думаю, что она протянет еще минимум 100. Алло, бля.
Это Иосиф. Я в долине, к западу от фермы. Ага. Опять же, разветвление по миссиям. То есть, смотри, основное здание совсем недалеко, где-то у нас на западе. А Иосиф у нас около автобусной станции. Да, это как раз тот Scarp Salvage, или как его? Scrap Salvage. Давайте до Иосипа прокатимся. Потому что основное задание, конечно, хорошо. Но задание от друзей, это, конечно, еще лучше. Он где? На севере, да, по-моему, на северо-западе, да. Так, это вот сюда нам. Совсем недалеко. Здесь, в нашем убежище, он тусует. А между тем, пока Тухи на автобусе делает свое дело, у нас уже вечереет. Сейчас еще с Иосипом поболтаем, но мы можем в убежище перетусовать. Таким образом, как бы до утра время потянуть. Здоров, давно не виделись. Смотри, какая пуха прикольная. Это дробовик, походу, да, автоматически? Так вот, ты справился. Поговорим? Давай. Я сегодня хочу взорвать цистерну. Большой взрыв. А ты мне поможешь. Найди склад Петросел. Это полкилометра к северо-западу. Найди кабинет управляющего. Там возьми планшет под названием «Грузовые рейсы». Несложно ведь? Ну да, придется, правда, всех убить. День, чтобы никто не нашел грузовики. Глупо. Когда ты взорвешь гараж, босс прикажет всем водилам быстро возвращаться. Их маршруты указаны в графике. Я легко их найду. Просто посмотрю по карте. Они возят бензин. Каждая цистерна — автозаправка на колесах. Я нападу на них и уничтожу. Компания окажется в заднице. У всех будут большие проблемы. Может быть, тогда они заплатят, чтобы я оставил их в покое. Когда взорвешь автопарк, найди меня. Помоги мне оттуда уйти. Заодно поможешь мне кое-что взорвать. Опять придется спасать твою жопу. Иди на склад. Найди планшет в кабинете. Давайте просто посмотрим, что это за пушка. Так, снайперку мою не трогать. Ну, блин, пушка вещь. Отвечаю. Но в этой миссии нам больше понадобится снайперка. Так, да, Петро Сахал. Помните, мы как-то подходили туда и просто уничтожили всех с горы. Тут у нас, правда, мешается блокпост под боком. Ну, сейчас мы и от него избавимся, я думаю. По-быстрому. Где-то прям здесь должен быть. А, вот здесь. Машинка там у них разъезжает. Что это было? Что? Это граната. Офигеть. Захотел убрать всего лишь двоих чуваков, спалил целый кишлак. Не, ну а чё они тут? С
совсем, что ли, конченые. Так, Петро Шметро. Это нам туда. Ох, какой красивый закат, слушай. Жалко, нельзя посмотреть на часы и узнать, сколько сейчас времени. Но я вас уверяю, это закат. Хотя здесь закат от восхода не так уж и просто отличить. Так, где бы нам занять удобную позицию? В отличие от всех остальных, эти ребята в прошлый раз бездумно бежали прямо на меня. Не прятались. Ну, по-моему, здесь даже очень неплохая позиция для снайпера. Так, вижу троих. Четверых. Бля, убежал. Ух ты, какой хитрец. Жалко, здесь стены не подрываются. Ага, выкурил тебя, мудака. Сейчас подорву вас весь, Петро Шметро. А, я его ранил в ногу, смотри. Возможно, кто-то придет ему на помощь. Но не факт. Своя шкура-то дороже. Бочки, может быть, вы бы бахнете? Так, точно. Офигеть, по мне кто-то херачит. Да, смотри, на помощь пришел. Ах, снайпер, сука. Где у них снайпер сидит? Вон он, на бочке. Косой. На тебе в башку за это. Но все же, смотри, несмотря на то, что я уничтожил столько народу, то вообще, что там надо сделать-то? Украсть карту со склада ГСМ. Несмотря на то, что я уничтожил столько народу, я уверен, что сейчас там еще человека 3 ныкаются где-то у них внутри зданий. Так, вот это и есть склад, да? Отлично, есть потрошки здесь. Да, вот эти... О, о, смотри, видишь? Прям в глаз. Вот этих ребят я круто положил. Один пытался помочь другому. Ну, чисто такая снайперская крысиная тактика. И мы ее придерживаемся. Так, а вот и график в виде карты. Теперь нам уничтожить компрессор в гараже на свалке. Подожди, подожди, подожди. Йосип звонит. Карта хорошая. Теперь взорви быстрее автопарк, чтобы я работать начал. Теперь надо пилить на свалку. Ну да, собственно, куда мы изначально и должны были поехать. Ну, поедем. Поедем, наверное, смотрите. В объезд всех блокпостов по краю карты. Блин, а машинку я где оставил? А, вот машинка, есть же. Получается, вот так вот разворачиваемся и едем вдоль железки, чтобы не нарываться на ненужные нам неприятности. Все правильно. И теперь сюда, на юг, сворачиваем.
Тихо, тихо. А, это мною нелюбимая локация, этот северный железнодорожный узел. Ну, надеюсь, мы проскочим его. Там ребята жесткие, их валом. Давай вот так вот по самой границе. Вон там по левую руку, кстати сказать, уже виднеется этот железнодорожный узел. Ну или станция. Но она такая, знаете, не пассажирская станция, она, скорее всего, грузовая. Поэтому все-таки логично назвать узел, нежели чем станция. Без этого. Так, и получается, да, мы сейчас повернем вон в том месте, где находится наш наше убежище. А можно прямо вот перед полицейским участком повернуть? Давай, выезжаем на дорогу тогда. Где она здесь? Где сраная дорога? А, вот она. Я прям по ней еду, оказывается. Так, еще, по-моему, будет третий этап. Надо будет спасти Йосипа. А у нас уже темнеет и темнеет. Слушай. Не хотелось бы потерять второго боевого товарища. Спокойно. И тут у нас блокпост. Марина таран пошел. Там все переполошились, наверное, на этом блокпосту. Че, всем пофигу, что ли? А, это вот этот блокпост, он жесткий. Это олень. Ладно, оленей не убиваем. Какая-то сука еще прячется, я уверен, 100%. Я тебе уже... все ноги должен был отстрелить. Как я его сдалека не увидел. Я так и знал, что какая-то... сука еще прячется. Так, что там по патронам у вас? А, что-то взял. Наверное, патроны. Ну, такое, знаешь, не особо. Не надо вот это мне. Где? Вот она. И смотрим, куда нам ехать. А, ну да, Scrap Village. Какие-то... что-то там надо было уничтожить. Компрессор в гараже. Ну, не знаю, удастся ли там потихоньку пробраться к этому гаражу. Но надо попытаться. Слушай, мы можем по правой стороне
обойти все это дело. Все, ближе не подъезжаем. По правой стороне вроде там народу не так уж чтобы много. Так, парень, мне надо, чтобы ты сюда залез. На вышке вроде никого. Не помню, можно ли насквозь проехать этот эту мусорку. Но что-то рисковать неохота. План такой. Взрываем эту халабуду. Быстро в кусты и потихоньку сваливаем. Определить бы эту халабуду, ну вот, да, какое-то здание там, типа, ближе к центру. Так, где-то вот слева от меня. Вот это здание. Неужели кто-то услышал, а? Вроде тихо. Так, как мы сваливаем? Через тот же... Через вагон, да? Ох, нихера себе. Офигеть их там! Лечимся. По-тихому говорил, да? Сука. Как ты в ногу там не попал? Подожди, вот это есть компрессор, да, по-моему? Нет? Хана патронов на пистолет. Ну это типа похоже на компрессор. Здорово, Йосип. Отлично. Ты как раз вовремя. Вот идет один. Настроен очень серьезно. Встретимся, сам увидишь. Блять, подальше надо уйти. Хватит за мной ходить.
суки. Хера доски аж улетели в космос. Тут у них тоже должна быть небольшая проходная. Подожди, в смысле, Йосип там, что ли? А, да, смотри, Йосип там. О, я думал, надо будет куда-нибудь ехать. Хорошо, что не надо. Прямо в жопу ему засадил. Ну, в смысле, пулю. Воу-воу-воу. Ты был внезапен. Так, Йосип живой там, нет? Живой, смотри, живее всех живых. Как у тебя? Я проверю, всех ли мы убили. Ты уходи. Уверен? Тут был один какой-то недобиток. Вон он лежит. Все, ладно, адиос. Я погнал отсюда. Ты, блядь, вредный. Никак не хочет умирать. Так, есть у нас тут рядом хижина, где мы сможем перетусовать до завтрашнего утра. Залечить раны. Так, по-моему, сюда, да? Точно сюда. Да, теперь боеприпасы доступны у нас в жилищах. Это круто, я считаю. Ну что ж, давайте на этом очередную серию закончим. Продолжим уже в следующей. Чтобы ее не пропустить, обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте большой палец вверх, комментируйте, бейте в колокол. Всем желаю всего доброго. Пока.